Так. Мне нужно поехать домой. Мне сказали, у меня будет новый дом. Новый дом. Примерно это тут. О. Все, так. Так. Мне сказали этот подъезд. Ладно. Нажмем. Посмотрим. Оно приедет? Тут лифт. Так, оно приехало. Значит, я могу ехать. Так. Лифт едет. Лифт едет. Лифт приехал. Вот это мой дом. Сказали, что у меня будет балкон. Так. Кажись, что это мой дом реально. Угу. Так, тут что тут? Полочки какие-то. Так, раковинка. Раковина, чё? Так, ну ладно. Что может быть хуже или не хуже? Так, у меня есть холодильник. Виду окна. Это хорошо, иметь виду окна. Так. Ну, виду окна у меня какой-то так себе. Угу. Так, я даже живу напротив больницы, что очень хорошо. Если заболею, не дай бог, конечно, то в больницу прямиком можно отсюда попасть. Говорят, тут больница очень хорошая. Так, завтра мне надо будет за вещами поехать, а пока вот здесь я прилягу. Ой. Ой. Ликс! Ликс! Так, что? Что такое? Срочное спецзадание. Выйди, садись в машину. Хорошо. Я буду тебя ждать рядом с больницей. Хорошо, хорошо. Так, мне надо теперь вниз ехать, что ли? Так, ну ладно. Вниз так вниз. Так. Ликс, тебе нужно в машину. Поедь до госпиталя. Это очень важно. Ну ладно. Едь в госпиталь. Так. Припаркуйся, припаркуйся, я тебя вижу. Ой, неужели мы встретимся? Да, Ликс. Ликс, я вижу, что ты вышел из машины. Зайди. Ладно. Тут дверь открывается. Сейчас нету смены. О! Да, это я. В общем, что хотел сказать. Тебе нужно только это надо. Итак, спецзадание. Расследование номер 4. Точнее, изучение. Итак, тебе что нужно сделать? Сейчас прилетит за тобой вертолет. Машину оставляй здесь. Когда машина сюда прилетит, точнее вертолет прилетит, ты можешь сесть в него. Потом вы отлетите в одно место. Вертолет улетит. Ну как-то так. Так что иди давай. Ладно. Так. Ребята, у меня какое-то спецзадание. Сейчас вертолет прилетит. Жди, жди его. Жди. Ладно. А, они сказали точку. Идем. Сюда? Да. Прям здесь жди. Прям здесь. Я уже включил точку. После этого спецзадальщики Ликсу улетели. Прямой на вертолете. Первая миссия, а точнее четвертая миссия из первого сезона наших спецзаданий.
Ликс, выходи, выходи. После того, как Ликс вышел, вертолет сразу же улетел, и Ликс остался один. Пока, давай, Ликс, пока. Хорошо, давайте. Ликс, я установил с тобой связь. Ага. Итак, изучи это место. Локация называется D4. Я ничего не перепутал. Дали мы название ему. Так. Тут могут быть разделенные дома или что-то подобие такого. Так что это не пугайся. Также ты можешь застревать даже в пустом месте. Этого ты тоже должен не бояться. Итак, пройдись здесь. Я вижу какую-то дверь. Хорошо. Отбой. Но помни, камера стоит. Так. Она даже не выбивается. Ликс, тут дома не настолько настоящие. И, кстати, да, название этой локации неизвестно нам. Однако, известно то, что эта локация D4. Тут могут быть лабиринтовые дома. Дома, точнее, извини. Что тут еще может быть? Сущности 5%. Так что ты должен чуть-чуть опасаться. Знай, что тут есть сущности. Но их, конечно, мало. Однако, все равно, все же тебе нужно будет проходить это место. Отбой. Итак, ребята, снова всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, ваш дорогущий друг Ликс. Я сейчас установлю камеру, штатив. Ой, не штатив, а просто камеру. Итак, снова всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, ваш дорогущий друг Ликс. И, ребята, сейчас мы будем изучать это место. Изучать эту местность. У меня есть аптечки, все такое. Даже я прихватил с собой админ-пистолет, который мы создавали очень долго. Мне рассказал все об этом мой, точнее, наш глава, точнее, куратор, который нам все это говорит. Итак, наша задача, спецзадание, так, обойти это место, найти пару сущностей, при убийстве их, если они будут, злые, то их надо будет изучить. Добрых тоже можно изучить, если, например, если они поранятся, например, их крови или что-то еще, попросить у них какой-то ДНК. Так, сейчас мы попытаемся изучить это место. Итак, ребята, погнали. Итак, ребята, я камеру убрал уже куда надо. Итак, и сейчас мы будем проходить это место. И я дошел до какой-то сверхграницы. Итак, ребята, давайте-ка пройдем здесь и посмотрим, что тут есть. Давайте-ка пробежимся. Итак, помни, Ликс, тебе нужно быть аккуратным, очень аккуратным и осторожным тут. Я тебя предупреждал, а 5% это не настолько уж мало. Это может быть иногда очень много. Так что опасайся. Так, ладно. Пока я ничего тут такого странного не вижу. Итак, а там что-то угол какой-то. Ну, не знаю там, что может быть. Так, угол какой-то тут. Ой, о, тут ворона. Тут ворона какая-то. Она обычная? Так, она реально, это она обычная? Значит, тут и обычные сущности тоже есть. Их не пугайся. Тут дверь какая-то. Она не открывается. Может, ногой? Нет, даже ногой не получается. Странно, Ликс. А, я же тебя предупреждал недавно. Тут все дома закрытые. Это просто странный, невероятный город. Так что тебе тут нужно будет обходить. У этих городов очень много частей.
Тебе поэтому тебе самую большую часть изучения будет принадлежать изучением городов. Так что, Ликс, не беспокойся, тебе будет придется постоянно либо 50 раз вроде бы с чем-то лишним изучать эти города. И ты изучаешь пока что первый город. Так что давай, отбой. Это что, заводы? А нет, это не заводы. Это какие-то совмещенные дома. Так, ладно. Ой, что это было еще? Блин, я что-то задохнулся. Ай, что-то мне не по себе как-то. Но все равно нормально. Так, ладно. Ребята, давайте-ка пройдемте-ка здесь. Что у нас за углом? Ага, так. За углом ничего нету. Так. Так, ладно. Что у нас тут? Зомбак? Ликс. Прям как слышно. Да, нормально слышно. Тут какой-то зомби. А, он уже близко? Он не умирает что-то. Он меня попасть не может. Чё? Так, придется с ним подраться. На! Насте с вертушки! На! Умри! Все, он тоже умер. Зомбак какой-то. Странно. Так, ладно. А куда они исчезли? Блин, я же их хотел на изучение. Ликс, значит, тебе нужно посмотреть, что тут еще. Так, ладно. Ликс, знай, у тебя еще есть кодовая бомба, которую тебе будет можно активировать после изучения этой местности, локации. Так что изучай и наслаждайся. Ликс очень долго бродил тут. Много мест он еще и не посмотрел. Например, какие-то вот такие. И, кстати, он идет сейчас сюда. Итак, ладно, мне надо идти просто. Просто идти. Так. Так, что это за локация у нас? Так, что это тут такое? Странный домик какой-то. Больше ничего такого. Ладно, пойду-ка я дальше. Angel needs from my chicken rushing no bit rushing no kiss to be doublest. Talk us a bit and shaman turbo man. Что? Это еще что за робот? Че это за робот? Че он делает? Что это? Come and stay best a minute. I'm stop and I lash tag. Must have been a touch shite. Cash them it. Heal. Star stimulus diggers. Rush that the sham robot time, robot time, robot time, robot time, robot time, robot time. Что с ним так? Что с ним не так? Что он делает? Что он делает? Ой, что он делает? Я не пойму, с ним что такое не так. Он стимулирует смит. Эндошат. Семенашты дашат. Чё с ним не так? Давайте посмотрим, что он будет делать. Агенестат. Аст. Аст. Шагестебетембет. Кайдашинатимазит. Ит. Хэй. Робот? Кашт. Что? Что? В смысле кашт? Кишат. Что с ним? Что с ним не так? Кишаст. Что с ним не так? Что? Я забрался в него. Что он теперь делать будет? Что он делает? Что он делает? Надо выпрыгнуть с него. Что это такое? Что это? Что это сейчас было?
киша отместо на месть, ищет, Что? Куда он пропал? Ладно. Лекс, мне так смешно сейчас, если что, честно говоря, было, когда ты пугался от какого-то робота. Ага, ты б вы б на моем месте были бы, вы бы сейчас сами бы испугались. Он меня чуть не задавил. Ладно, Ликс. Так, я тут недавно где-то видел что-то такое. Говорят, тут где-то есть ракетница. Прыгни на крышу! Ай, блин! Эх, ногу подвернул! Ладно, Ликс. У тебя есть аптечка. Достань ее. А, точно, сейчас. Сейчас я перемотаю себе. Все, сейчас перемотаю. Так, отлично. Ой, все нормально со своим здоровьем. Так. Что за крыша? Такой резкий конец. Олег, исследуй это место. Только теперь мне скажи, как мне отсюда выбраться? Это я не знаю, Ликс. Попытайся что-нибудь сделать. Давай, Ликс. Попробуй спуститься. Так. Блин, как же больно было сейчас. Ладно, Ликс. Ликс, нам надо торопиться. Иди поскорее, посмотри, что тут есть. Побыстрее. Так. Да я не могу так быстро идти. Сейчас посмотрю. Говорят, тут где-то неподалеку есть ракетомет. Опачки. Опачки, ты его нашел, реально. Я же тут был. Погоди. Эта дверь не открывается. Ее не отпинать. Тогда... Что это за вещь? Это ракета-пустник? Откуда он тут появился? Я не знаю. Что это такое? Они стреляются! Они стреляются! Что это еще было? Последняя полетела! Что это еще такое было? Я не пойму. А можно это тронуть? Нет, это нельзя было тронуть. И только я не пойму, откуда тут ракета? Как она тут появилась? Да, это ракета, это что это? Это реальная ракета. Тут что-то такое непонятное. Мне не понять, это что такое? Кал-элеватор. Что это такое? Ну-ка, врублю фонарь. Если я нажму, я буду лететь вверх? Я наверху? Или где я? Где я? Так... Надо быть аккуратным. Что это за вещь? Open close door. Что, сюда забраться можно? Ах, блин. Так. Я могу закрыть сейчас это, если я сяду сюда. Что будет? Стоп, я что, в ловушке? Я что, в какой-то ловушке? Как мне выбраться теперь? Эй, мне кто-нибудь подскажите? Как мне отсюда выбраться? 3, 2, 1. Так, что это сейчас было? Так, не, мне надо как-то выбраться отсюда. Может, попытаться схватиться за эту веревку? Попытаться. Мне надо выбраться отсюда срочно. Блин. Так. Как мне отсюда выбраться? Пытаюсь и забраться по этой... Как этой дичь забраться, я не пойму. Ай! Меня опять переместил он вниз. Как мне больно. Ладно. Ликс, тут происходят странности.
Сейчас самое время взять C4 и установить в центр города. Точно, сейчас. Вот, достал. Сейчас. 7355602. Все. Я установил. Ликс, сваливай отсюда как можно скорее. Такое ощущение, как будто теракт в виду. Нет, Ликс, это не теракт. Ты правильно делаешь. Ладно. Так. Дай место геоданных. Нажал. Все, сейчас за тобой прилетит вертолет. И происходит взрыв. Что это сейчас было? Ликс, ты правильно сделал. Ты взорвал все-таки. Сейчас прилетит вертолет. И все. Ты сможешь уйти отсюда. Ладно. Ну-ка, посмотри-ка на место взрыва. Что там случилось? Ладно, сейчас. Так. А, здесь, да, оно взорвалось. Просто такое вмятина. Ликс, Ликс, скорее, беги, беги, беги. Все, вертолет прилетает. Ликс, ты не на то место пришел. Иди в другое место. Сейчас вертолет прилетит. Назад, назад, давай, 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 давай. Он тут. Вертолет прилетел, Ликс. Давай, садись, садись. Сейчас хорошо. И вертолет улетел. Задняя камера все еще стоит. Ликс, молодчина, такой бесстрашный. Изучение D4 закончено. Молодец, Ликс. Осталось еще 56 городов.